У мальчиков Артура Валуниса и Александра Прициса серьезные заболевания. На лечение и реабилитацию нужны солидные суммы, которых у их матерей нет. На помощь им пришел танцевальный коллектив «Ювента», который уже четвертый год подряд проводит в Даугавпилсе благотворительный концерт. В предыдущие годы силой танца были собраны деньги на лечение троих даугавпилчан – Яны Кяпсине, Снежана Шимаковская, Виталия Мажухина. В этот раз «Ювента» решила помочь еще двум деткам. Большой зал Дворца культуры был заполнен до отказа. В нашем городе живут действительно добрые, отзывчивые люди, которые не пожалели ни времени, ни денег на благое дело. Концерт шел 2,5 часа. За это время зрители побывали и на Восточном базаре, и в саду с райскими птицами. Волшебный мир Востока и жгучую Латинскую Америку им показали как местные танцоры, так и приглашенные гости. Чувствуем ответственность каждым годом все больше, поэтому стараемся очень сильно, в течение всего года работаем. Ну и, конечно, наши коллеги везут номера, да, очень многие танцевальные студии хотят поучаствовать, чему мы тоже очень рады, спасибо им. Каждый год в концерте принимают участие известнейшие во всем мире звезды белли-данса. В этот раз перед даугавпилсской публикой выступила чешская танцовщица Дайла, которая поразила всех своим потрясающим исполнением восточных танцев. Занимается восточными танцами более 10 лет. Любовь к белли-дансу у нее в крови, ведь девушка по происхождению арабка. Она всегда с удовольствием откликается на приглашение принять участие в благотворительных проектах, но очень сожалеет, что их не так много. Я очень рада, что Татьяна пригласила меня. Мне на самом деле очень нравится помогать людям. Сегодня увидела полный зал отзывчивых людей, и это здорово. Я очень надеюсь, что собранные деньги помогут больным деткам. По окончании концерта на сцену были приглашены матери больных мальчиков. И Наталья Пановская, и Силвия Брицы поблагодарили всех, кто оказал им помощь в сборе средств на лечение и реабилитацию детей. Сегодня очередной раз победила добро. Понимаете, я зашла в этот зал, и мне, правда, слезы покатились, потому что я прочувствовала то добро, которое подарили вот эти люди. Спасибо огромное всем, каждому из вас, кто пришел, поддержал нас. Это много что значит. Спасибо за вашу доброту. Только во время концерта жителями и гостями города было собрано 1980 евро. Эти деньги будут поделены поровну и переданы мамам Артура и Александра. Кроме того, Наталья Пановская и Силвия Брицы поблагодарили тех, кто перечислил средства на лечение и реабилитацию мальчиков на их счет. Наш мир не без добрых людей, и концерт «Сила танца» еще раз доказал это. Спасибо вам за вашу доброту и отзывчивость.